Здравствуйте, меня зовут Даниил Некрылов, я представитель компании 4D Energetics, компании резидента Сколково. Я хочу вам представить наш проект. Наш проект занимается разработкой супернакопителя нового поколения для стационарных применений. Конкретно его можно использовать в связке с дизельным генератором для сглаживания пиков энергопотребления, а также в связке с альтернативными и возобновляемыми источниками энергии, такая как солнечная энергетика и ветряная энергетика. Основная особенность нашего проекта заключается в его низкой стоимости. Сегодня стоимость текущих решений на рынке составляет 1500-2000 долларов за 1 кВт-час установленной мощности. Мы уже сегодня разработали прототип, цена которого будет составлять не более 200 долларов за 1 кВт-час. То есть выгода получается порядка в 7 раз, что открывает поистине гигантский рынок для применения нашего продукта. Также хотел бы отметить следующие особенности нашего проекта. В первую очередь мы имеем несколько офисов по миру, это в Силиконовой долине и здесь в России. Здесь в России ведется R&D-разработка нового электролита для нашей батареи, а весь маркетинг и бизнес-девелопмент происходит в Калифорнии, так как основным рынком для нашего продукта является США и Западная Европа.